Буквально несколько минут назад крупное медиаиздание сообщило печальную новость. Знаменитый телеведущий Игорь Николаев, который долгое время боролся с раком кишечника, попал в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, ведущему стало плохо, он упал, потеряв сознание. При падении Николаев получил травму головы. Его обнаружила жена и начала оказывать первую помощь. Николаев не понимал, что произошло, и был очень слаб. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, приняла решение о госпитализации. На данный момент причины ухудшения состояния выясняют врачи больницы. Они проводят комплексные анализы. Это уже не первый такой случай. Ровно год назад ведущий терял сознание. Тогда врачам удалось найти причину. Николаеву посоветовали пить витамины и больше отдыхать. Ко всему этому ведущий уже долгое время лечится от рака кишечника. Врачам удалось остановить развитие болезни, несмотря на периодические рецидивы. Николаев следит за своим здоровьем. Не употребляет алкоголя и питается строго теми продуктами, которые разрешает врач. Будем надеяться, что с Игорем Николаевым будет все хорошо.